Друзья, с вами Светлана Титова на канале «Поделки с детьми, поделки своими руками». Сегодня хочу предложить вам сплести прекрасный браслетик из маленьких сердечек. Для этого нам понадобится рогатка, крючок, маленький крючочек, застежечка. Итак, начнем. Берем две резиночки, одеваем их восьмерочкой. Берем следующие две резиночки. Одеваем их, восьмерочку сбрасываем, и в эту восьмерочку мы сразу вставляем наш крючок. Это будет наша застежка. Вот так. Теперь берем следующие две резиночки. Розовую сбрасываем. А синюю мы перебрасываем на этот столбик. Вот так. Берем опять две синие. Розовую мы сбрасываем. А верхнюю синюю мы одеваем на соседний столбик. Вот так у нас должно получиться. Теперь берем две синие, одеваем и сбрасываем и с этой стороны петельки, и с этой стороны и с этой. Теперь берем резиночку, одеваем на пальчик два раза и одеваем на рогатку. Сбрасываем опять все резиночки. Берем две розовые. Теперь будем плести с розовых резиночек. Берем две розовые. Сбрасываем. Опускаем. Опять берем две розовые. Теперь смотрите. Эту сбрасываем, а верхнюю переносим на соседний столбик. Опять берем две резинки. Нижнюю сбрасываем, а верхнюю переносим на другой столбик. Вот так. Опять берем две розовые резиночки. Одеваем и сбрасываем с этой и с этой стороны. Теперь берем резиночку, два раза скручиваем ее, одеваем на рогатку, сбрасываем на нее обе петелечки и теперь уже берем синюю. Две синие резиночки. Одеваем. На них сбрасываем розовые. Вот у нас уже получилось розовое сердечко и синее сердечко. Продолжаем. Одеваем две синие резиночки. Сбрасываем. Эту сбрасываем, а верхнюю переносим на соседний столбик. Опять одеваем две синие резиночки. Эту нижнюю сбрасываем, а с этой стороны верхнюю переносим на соседний столбик. Вот такая заготовочка у нас должна получиться. Опять берем две синие резинки, одеваем и на них сбрасываем с одного столбика все резинки и со второго. Берем одну резинку, перекручиваем ее два раза на пальчике
Одеваем на эти столбики и сбрасываем на них резиночки. Вот так. Теперь берем две розовые. Смотрите. Сейчас мы сбрасываем эту резинку, которую мы одевали, перекручивали два раза. Одели розовую. Нижнюю сбрасываем, а верхнюю перебрасываем на соседний столбик. Опять одеваем две розовые. Теперь мы нижнюю сбрасываем, а верхнюю перебрасываем на следующий столбик. Теперь берем две резиночки, одеваем и сбрасываем все, что у нас есть на одном столбике и на втором. Берем одну резиночку, перекручиваем два раза, одеваем, сбрасываем. Теперь берем синие две резинки. Вот у нас уже розовое сердечко и синее, и розовое. Смотрите, как красиво получается. Сердечки получаются ажурными, красивыми. Одеваем две резинки, сбрасываем. Продолжаем плести наш браслетик, одеваем две резинки. Нижнюю сбрасываем, а верхнюю перебрасываем на соседний столбик. Еще берем две синие резинки, одеваем. Верхнюю сбрасываем. Вернее, нижнюю сбрасываем, а верхнюю перебрасываем на соседний столбик. Теперь берем две синие резинки, одеваем, сбрасываем все петелечки, что у нас есть, с одной стороны и с другой. Теперь берем одну резиночку, скручиваем два раза, одеваем на рогатку. Сбрасываем на нее все резинки. Берем еще две резиночки, одеваем. Сбрасываем на нее вот эти вот резинки. Вот смотрите, какой у нас красивый браслетик получается. Перебрасываем все резиночки на крючок. Смотрите, какой красивый браслетик получается. Пушистый, из маленьких красивых сердечек. Соединяем нашей застежечкой. И вот такой красивый браслетик у нас из маленьких сердечек получился. Друзья, была рада встрече с вами. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всего вам доброго, улыбайтесь и будьте счастливы.